Привет, друзья! С вами Balcony TV Санкт-Петербург. Меня зовут Аня, а у нас на террасе отеля «Три моста» инженер Лось. Привет! Здрасте, здрасте. Как настроение? Прекрасное! Отлично. Что вы нам сыграете сегодня? Несмотря на то, что настроение у нас прекрасное, мы сыграем сегодня самую, наверное, нашу грустную песню, экзистенциальную, нашу самую композицию, которая называется «Воздух, земля». Немножко погрустим все вместе. Скоро лето! Скоро лето, ну давайте пока немножко погрустим. Слушаем. Мы как подопытные кролики, и литры крови нами пролиты. Апрель свинит гранатометом, но март навесил на ворота замок и проволоку острую. 12 месяцев апостолов, куда нас снова депортируют? В гробы, в элитные квартиры ли? Входит в рот, выходит из сонных артерий и из-под ресниц. Пока ты душил своих внутренних крыс, Алиса падала вниз, Алиса падает ввысь. Стробоскопы режут глазки нам, и снова музыка на максимум. И как нехорошо в могиле, но и она нам опостылила. Вращайся, колесо сансары, сминая, перевоплощая на нас цветные сарафаны, а не оборванные саваны. У самовара, но не с чаем, у головы, но без волосы. Мы все не можем стать большими, выздоровление под вопросом. Входит в рот, выходит из сонных артерий и из-под ресниц. Пока ты душил своих внутренних крыс, Алиса падала вниз, Алиса падает ввысь. Отцы обросли седыми волосами, но не получили духовного сана. Полны тарелки колбасой и салом, но нарастает страх конца. Что закончится этот бешеный слалом? Изгорят тела под напором напалма, и мы сами станем на тарелке салом, а впоследствии тем же самым калом. И наши джинсы от Кельвина Кляйна, и наши бусы за 100 000 баксов, зазвеня в мясорубке вселенной, превратятся в однородную массу. Входит в рот, выходит из сонных артерий и из-под ресниц. Пока ты душил своих внутренних крыс, Алиса падала вниз, Алиса падает ввысь. Спасибо большое вам. Довольно танцевально для, грустной песни. Да, прям. Довольно танцевально для песни о смерти. О, ничего себе. Хотя на Palm Death тоже танцевальная группа. Да. Okay. А, расскажите, а кто такой инженер Лось? Ай-яй-яй, стыдно не знать. Это я обращаюсь к вам. Мы тоже не знаем, кто это так. Нет, это литературный персонаж. Расскажет Андрей поподробнее. Нет, Алексей Толстой в каком-то там начале века, в каком-то году написал вот такой замечательный повесть, который называется «Элита», о том, как красноармеец Гусев и инженер Мстислав Сергеевич Лось полетели на Марс делать революцию. Мы тоже делаем революцию, но революцию в музыке. Вот, я другое хотел сказать, но раз так сказал. Вот почему инженер Лось. Да. Спасибо большое, что приоткрыли завесу тайны. Спасибо большое, что выступили у нас, несмотря на то, что еще не очень-то тепло и удобно петь и играть. Спасибо. А еще спасибо отелю «Три моста» за то, что и уже даже я сбилась со счета, в каком сезоне, все еще мы неизменно здесь. Всем спасибо, увидимся скоро. Пока-пока. Back in ETV.